Чем могу помочь? Нихуя себе, даже шипы есть. Здорово. Привет. Привет. Чё у нас по танкам? Один танк? Бьорн может быть танком, да? Ну, никто не пишет за тренер, так что я, наверное, зайду за ней. Я линковал в этом чате. Или наложи. Танк. Да ты, наверное, плюсуй, что будешь брать за ГП. Так ты же даже не знаешь, что она дает, зачем она тебе. Дает тебе немного абсорба и немного аэро. Хорошо, тогда вот такой вопрос. Встречный. Это фуриком писывает, наверняка будут, конечно. На трэш стрим, да. Весь 97-я с хэмки падает, и она у меня уже есть, да.
относительно. Но оно тоже ситуативно на самом деле. У тебя на танке должна быть кротова, да? У тебя есть с этого с блоком тринка с того рода? Надо ее фармить, она охуенная. Лучше, да. Так, мы если чё, мобов стакаем на 25%, даем докастить вот этому темпоральному исказителю каст. Стан ничего не даем вообще. Стопать дамаг надо будет. То есть бьем без дот. Сначала патруль бы. Ну ладно, давай правый уже, они пока будут долго ходить. Разрушители бейте. Сначала разрушители. Стопните. Да. Стоп. Гвардейцы точечно. Ну хотя похуй, просто не бейте уже. Да. Убивайте. Всё, давайте. Быстрее левый, пока патруль далеко. Вот это можно откинуть просто с собой. Ну или стан пока дать. Все, больше не станьте. Не бейте, не бейте. Блять, и прилетает стан пета, но. Пизды и лоб. Нет, это был хантовский. Знаешь, пизды ханту. Че, вы сами справитесь, скиль на хэмке или заходить помогать? Ну пока обычка. Там запулили тех уже патрульных. Все, пускай кастует, да. Кастуйте уже, добивайте, он сейчас будет ветра кастовать. Бот. Да горит. Да тикает. Бот вроде нет особо. Ну стопните, блядь, свой дамаг петов, уберите нахуй. Бьюзлс просто стоит, хуярит, блядь, стрелой нахуй. Вообще похуй, чувачка. Ну давай, 10 тысяч, сука, хорош. На калькуляторе рассчитали. Бьюзлис вроде драктир, он никогда не переключается про рот. Вообще никогда. Не царское это дело. Что такое сопроть? Он еще опять типа пофайте бьюзлиса надо, да? Время похейтить его. Так есть же за что. Это за что? Сразу забили тему. Стоп. Наверх. Пока. Там один кто-нибудь останетесь, один ДДшник добейте. Потом все остальные можете идти. Вот это сразу убить. Отвернуть от рейда. Медведь хотеть двигаться. Идет фрейд квар. Покурить отошел, походу. Стопните. Че, это пятый? Да. Отлично, пойдем сюда сразу. Там Бьерн останется, добьет. Кто зацепил? Пьета. Я не выдерживаю столько. Андеры, всю хуйню. Кстати, о боже, я маг. У нас негласное правило, если в рейде нет никаких магов, а вот этот маг не считается, то МК дается палета пива. Спасибо за внимание.
Ты только что придумал это правило? Ну, настолько негласно, что никто никогда про него. Наверху сжигающему тикаете увядание. А, ну понятно, вы их не убиваете, да? Хоть кого-то убейте, хоть одного. Надо сжигающих убивать. Верхнего, да. Я стою гейм. Ну, мне два моба, нормально. Сейчас первый почти вайп на трэше будет. Почти нормально. Ну, потанчил чуть-чуть. Лишний дамаг. Ку. Ку. Давай, короче, 25-м пока... А, нет, он рога зашел. Пока на замене повисишь, ещё... Чисто на тест. Угу. Я чисто хочу проверить 25 тел. Как это отображается? Ну, ты про это именно хочешь, что ли, зайти? Или просто посмотреть? Ну, рейд мне чисто на одного босса. Если он кому-то нужно освободиться. Я там могу даже стоять АФК. На подсосе быть. Он чудненько может, а ты похилишь туда. Меняй себя с ним туда. Дайте портал. Там кир лишних нету? Ну, а Ваниль просил на ласта квест, ему там зачем-то надо, может быть, ему слот найдем. Не, ну как бы, господа, первый статик за обычку не получают ЕП. Да я просто квест сделать, нахуй мне твой ЕП пошли, чё, блядь? Не, вообще. Короче, по тактике тут. У босса есть два коста. Один резонанс, где надо набрать рейндж. Они меняются где-то раз в минуту, косты. Другой сожжение или сжигающий, что-то такое. Под вами красные круги появляются, надо всем сбежаться под босса и поделить урон. Если в соло взрываетесь, вы умираете. Только может ШП остаться на рейндже. Маг, я там не уверен. По идее, в глыбе тоже убивает, нет? Нет. Ну, значит, маг тоже может. Пал тоже может там бабл нажать, если что. Ну, Павлу не надо, у нас пал милик и хил, так что добейте. Вот, это основной момент. Танки там меняются, соответственно, они знают, что делать. В остальном мы стоим на рендже, один раз сбегаемся, поделили и назад на ренджу, чтобы стоять, не бегать, потом не разбегаться. То есть резонанс тут можно делить. Мы, так как со стаками, он будет чуть больнее бить. Ну, по два человека, по идее, также можно. То есть нормально, там не слишком будет сильно улетать, в отличие от... Хули пал без массы кры, получается. Так, все, это все захилит, все это. Уже с массы кры... Короче, сейчас поставлю метки для хилов. Дай рыбу. Толстый. Приблизительно череп будет мой. И по два хила слева-справа. Где-то вот так. Еще там рейндж 8 метров. Сейчас, секунду. Встаньте кто-то в одну метку. В любую. Особенно в квадрат. Сейчас можете рейндж 8-10 там милики прописать. 10, чтобы наверняка, 8, если уверены, что вы станете быстро четко по радару. Ну, тут, так как мы стоим по двое, радар будет все равно красный. Ключевое, чтобы было двое, а не больше. То есть можете даже текстовый оставить. Ну, вроде в квадрат не достает. С черепа. Крест встаньте. Нормально. Да, Вайни и этот, девочка Трабл станет крест. Стою, не знаю. А камушка и ачивка в квадрат. Я в черепе. Ссылки остальные за... РТД найдитесь, сейчас поделитесь. Третья пати также слева, четвертая справа, по два человека. Ханты, маги там к дальним стеночкам. Другие ближний рейндж. Локи также портал там ставят сзади. Могут с магами, с хантами делить. Рассоситесь, станьте сразу, чтобы знали приблизительно, куда вы будете бежать сразу. Да, усилки надо перекинуть. Ты думаешь, в обычку нужны усилки? Ну, если по двое, не знаю, в обычку бывал пару раз, блядь.
Не, не надо. Не, в обычке нормально, без усыков переживается. Вы, главное, там, расовые какие-то щитки на себя, маги, там, друиды дубовые вешайте под конец резонанс, чтобы словить удар. Под лицом стоят у нас милики справа-слева. Смотрим. Главное, в хилов не выбежать, не убить. Ну, плюс-минус, нормально. Шилдмейден там найдет себе место, надеюсь. Ханты также могут назад вообще заметки прыгнуть тупо. Чтобы лишний урон не делить. Главное, опять же, блядь, не через хилов, чтобы в конце каста выбежали. Иначе это будет вон ГГ сразу. 300 прилетит за каждую смерть. Давайте ставлю рыбу. Она уже стоит. За фласки, как обычно. В лицо не лезть. Фласки тут ДД. Под лицо не лезть. Главное, ДДшник. И кто если срывает, не срывайте. Следите за агро. Омен, все вынести. Или ты времени в Иршаме? Я в Иршаме. А нам нужно 6 хилов. А у нас разве 6? А 6, не 6? 5. А, это... Ну ты хотя бы себя тогда перекинь ради ДТМ в пятую хоть. А там уже есть. Там есть, и я перекинул по бафам, чтобы... Чуша, ты достал на микрофон из того места, где он у тебя был? Чё такое, Ромка, это пиздец. Это я с телефона, сори. Шаманы и ридары, все раскинуто. Короче, по диспелам. Я буду диспелить первую пати, ачива, камушка. Третью, четвертую. Вторую потом мне помогаете. Ачива третья. А, погоди, там же Лена. Нафиг не надо. Мне помогаете первую, вторую диспелить. Блин. Главное, обновляйте тотемы. Это очищение. Следите за ним. Ну тут вроде не пропадает, ветров нету, так что нормально. Короче, чек на пол. Запомни, где вы стояли приблизительно. Не в охерне. Если будет дота и резонанс, я скажу, какой гин кому дать. Ну, по идее, девочка Трабл может первый сдать. В орде второй. Если будет дота после сожжения под резонанс. А так все щитки свои прожимаете под каждый резонанс. Ласт выпили, нет. Все выпили. ДЦ нету, да. А у тебя есть, кстати, ДЦ же, да? Ну, остался еще спекость. Давай спекость, тут ДЦ нужнее. Надо переделать немного этот вуду. Ты имеешь в виду бинды? Да. А, ну там, по идее, профиль должен быть. Одна минута. Ну, давай профиль быстрее. У меня не работает почему-то. Ну, это вот работает зато в Клигуе, он работает вместе с Вуду. И тут можно эти профили менять. Сейчас, секунду. Потом еще может сделать, работает норм. А, мне, кстати, брюли надо тыкнуть. Да, мне брюли надо перебить еще, потому что у меня не в хэдсто. Да это похуй. Главное, чтобы ДЦ. Сейчас, тут ДМ-ку, если что, перебьешь, потом слетаешь. А как это выключить? Шестую плюс группу вырубить. Ну там, короче, открываешь, где передвинуть. Только так? И там, да, удалять эти пати. Это же плевок. Либо не отображать там пустые, только так. По идее, да. Надо отбиться теперь. Какой квадрат? Я говорил, третья пати слева, четвертая справа. Квадраты, метки, это хилы стоят. Я их назначил, кто слева, кто справа, по два человека. Моя центральная череп. Дайте мне брюли дотыкать, эти окна вылетают. Да ты тестишь без аддонов? FPS или что? Кто, я? Не, Лёша. Я на Вуду сел. Нет, Вуду. А, Вуду. Короче, еще один чек. Ласки все там выпили, масло. Я не понял, я вроде нажал банку, короче, из ПД-шную, где баф, я не понял, но у меня последний был, это что за рофл, блять.
Мыши съели. Не, серьезно, блядь. Дайте банку. Я что, случайно ее скинул как-то, что ли? Да го пиздится уже, блядь. А, давай, давай банку мне потом возьму. Че? Отдам тебе. Ща начну. Я их слышу, табель на ауке лежит. Я не вижу даже в этом Big Brother на себе фласку. Ее нет. Нет, ну вот, фласку. Я и говорю, я что-то скинул как-то случайно. Бред. Слишком много бафа больше нельзя добавить. Да нет, все, ладно, короче, проехали. Лимит. Кто начинает? Шилд или Горис? Горис, да? Ты? Погодите секунду, Релогнус, потому на что Горис, это слайд-шоу. Давай быстрей. Скажешь, я даю отсчет. Да, окей. Так, начинаем, если что, мы все на РНЖ. Потом сбежимся и назад продвижимся. Ну, рендж, чтобы вы могли бить, стоять. Потом под резонанс отойдете дальше. В свои места, по два человека. Чтобы в центре никого, опять же, не было. Помхивов. Тестим FPS без патча, потом обновлюсь, если что. Все, даю отсчет. Геру с пула. Дам вам. Резонанс 10 секунд, отходим от меток. Беги, малышка, лов. Беги. Пошел касс сейвы. Стеклянная, где была прожата половинка? Ложный выпад или что там? Бэр, давай к Бьорн. Сгорающие 15 секунд. Можете сбегаться. Это салют просто. Все, можно расходиться. Сколько ты получишь резонанс? Стоп урон, если ты срываешь, блядь, если нет ничего. А нет, ты там еще далеко. 4 резонанса, блядь. Резонанс как пошел, отходим. Спелы, диспелы. Пролыпать. Нормально, видели, что было дотов, все выдали. Сгораешь, сбегаемся. Ну, под следующий дадим. Быстрей, 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 кто там сзади? Хорошо, Хант умирает, пешком идет. Рез и камушка. Дебафаем. Резонанс скоро. Ну вы миликами там пиздец урон получаете. По 3-4 человека. Я вот вижу, как вы разбегаетесь на, уже в конце коста. Вы вначале должны разбегаться, если что. Кто не успевает, уже сбегается. Добиваем так. Минус хант еще, да? Ну, вы рофлите. Нормально, сейчас.
А ну я говорю, что в Дискорде, непонятно. Так это получил. Ладно, он первый раз вроде убиваем. Инстабычка. Учимся. Я буду вас морально. Я вас буду морально душить. Чё, кто видит каст скоро? Смотрим, кто сейчас умрет. Это... Извините, так. Я перебью немножко. Блять, если вам сказали найти мини, не надо каждый новый какое-то место бежать. Так. Я бежал на одно и то же место всегда, блять, и всегда. Нет, там появился резко какой-то непонятный хант. Ну, я об обычке. А, я думаю, я не знаю, я кому говорил два раза, блять, запомнить. Вы стояли, третья пати, слева, четвертая, справа. Вы не можете этих вещей запомнить? Я в обычке оставлю обычные. Да, 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 я купил, забей, забей, да, тут вообще много говно. Только на бласта надо ставить. Да, 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 на бласта у меня. Просто я не знаю, вы слушаете, что я вам говорю. Оно вроде там полезное, надо проскакивает. И все будет нормально. Спекай вара. Мы не убьем за два. Хай, ну, здесь в 30, скорее всего. Нет. Хватит. Потому что мы не убьем за копию. Ну, тут плюс 25% хп. А у нас можно Бьорн прыгнуть в медведя и, короче, и забрать его. Есть такая тема. Ну, можем так сделать. Ну, решай. Просто на него все сейвы кинуть и все. Орехи, там капли, блядь, зубы. Ту хуйню. И он поживет. Я думаю. Просто если у нас не хватит урона, то у нас не хватит урона и с третьим танком. Так, в любом случае. Должно хватить. Ну, мы там за 10 секунд добили его. До... в прошлый раз. А тут еще плюс сколько? 15. Короче, лям. На будущее. Вот кто вот эти боссы ключевые, БС там, Ульда, я не знаю. Включаете серодар, текстовые видео записываете, кто вас убивает, где вы там вставали раньше, мне, блядь, показываете, включаете стрим, и я буду давать ГП. Ну, это в ХМ-ках особенно, в обычке, ладно, люди учатся. Просто кто-то не слышит простых вещей элементарных, что надо выполнить, и вы не умрете. Там просто встать два человека, запомнить, в ком вы стоите, где вы стоите, в ту сторону вы отбегаете. Заранее повернуть камеру за 10 секунд перед кастом. Все. И самим заранее смотреть на касты ДБМ ключевые. Не ждать моего анонса за 10 секунд. Чтобы вы себя уже сами позиционно увидели. Кнопки прожимали грамотно, чтобы там дамаг не терять. Перед передвижением и так далее. Иначе нихуя не будет меняться в вашей игре. Короче, тут надо просто бить босса. Довести его до фазы со щитом, сбить каст, копию. Также появится вторая копия и сбить каст, продамажить одновременно. Делимся как мы. РДД поворачивается в дальнюю. Милики добивают щит. То вары на чаржах, кто успевает добегать, помогает сбить копии. Щит и сбить каст. Ключевое сбить сначала на мейне, потом на копии. И продолжить бить мейна, череп. Взять босса в фокус, он периодически кастует кик каста. Это самое ключевое для всего рейда. Также есть два дебафа. Первый темпоральный каскад, который надо вынести и поделить в трех людях, которые будут стоять вот тут на тропинке серой от босса прямой. Это буду я, девочка Трабл и Вайни. По центру будем стоять? Да. Я сейчас поставлю три метки, куда мы будем выносить обратки уже потом. Там, допустим, Вайни в череп. Девочка в крест. И я в квадрат. Вот так. РДД, третья пати, стоит вот тут на песке. Слева-справа, максимум, то есть минимум. 10 метров от меток.
чтобы вас обратном не ёбнули. Хилы, они будут стоять АФК. Будет ваша смерть, если вы будете стоять рядом. То есть ваш косяк. Они их... Милики, на вас также кидается темпоральный каскад, и вам надо будет выбегать в этих трех людей в центре, которые сейчас были названы. Три хила. Вынесли темпоральный. Обратный на нас кинулся, и вы дальше вернулись бить. Все. РДД также смотрите. Темпоральный. Маги ШП могут отбежать назад. ШП нажать тучку, маг глыбу в конце каста, дебафа темпорального, когда он ударит и внесет вам урон летальный для РДД. Ну и для милика, скорее всего, тоже. Под прожимками. Там 1050-60 улетит минимум. Вот. Ну и вроде тут все. Главная копия. Первую у нас будет танчить медведь, вторую вар. Третью, если что, Бьорн. Главное следить за киком коста и выносить темпоральный. Все. То есть вы себе вбиваете два дебафа, темпоральный каскад и обратный каскад. Ну, это в хейме. Заранее все делаете в двух квадратиках разных. Синий — это темпоральный, который надо поделить. Розовый — это стать одному, взорвать. Если будете в кемпе, убиваете людей. Кстати, с хеймки, потому что в хеймке мы будем тут двигаться одним кемпом РДД. Влево-вправо будут ветра стелиться, которые кидают сало. Из них выбегать надо было. Но это потом. Главное, тут, надеюсь, все понятно. Следить за киком, выносить темпоральный. Сбивать щит, сбивать каст. РДД сразу в копию дальнюю. Чек на пол. Стеклянная. Ну, подтверждайте чек. Нас слышно вообще? Да, слышно. Стеклянная, ты тут? Пишет в чат рыбку, а чек подтвердить сложно. Короче, даю отчет. Пол в гурис. Напоминаю, взять мейна фокус всем, хилам особенно. Гера будет на копе. Сбили щит РДД правый, темпоральный пиво. Ну, правый РДД, дальний ваш, я сказал, кому? Каст. Все. Даем Геру. Ушли отсюда все. Кто тут еще стоит с обратным? Зачем вы тут стоите в центре, блядь? Тут три человека. Мейн играйте, не играйте по копии. Череп дальше все бьют. Кейт умирает от говна, блядь. Он рядом со мной стоял. Обратный на всей милизоне. Разошлись. Прости. Быстрее. Кто подходит к хилам? Минус 2 милика. Бьорн, ресы хейта. Темпоральный не заносится, да, в трех людей в центре. Кому я что рассказывал? Обратно несется. Зато. Бьюзлос, вынеси нахуй, не стой там. Ёбнуть нас. Хорошая. Кто это был? Упрыгнул. Лок, да? Короче, упали нахуй. Вы дебилы, блять, глухие. Как в первый раз, ей-богу, блять. Вот что я сейчас рассказал, непонятно. Куда заносить темпоральный, кому, кому где стоять. И кому где не стоять. Кто не запомнил, плюс они сейчас в рейд. Ну, раз никто не плюсует, всем въебашить как-то. Не, просто делается так. А в чем была проблема? Ты не спросил, что тебе было что-то непонятно. Ты подтвердил чек. Или мы сейчас тебя гнобим?
И остальные, кто там еще бегал. Лорди, хилы, Ачива там обратный ловила. Милик не вынес темпоральный. Второй каст какой, блядь? Три раза сказал, пока рассказывал. А вы можете выйти оттуда вниз, спустившись? Второй каст на тебя не повесится никогда в жизни, если ты вынес первый. И если ты не стоишь при этом в центре, пока выносит кто-то другой первый. Для кого 3D метки стоят, я рассказывал в начале. Да, тут поневоле станешь тем Эрлом с видео, блядь. Еще раз. Для тяжелых, блядь. Вы стоите АФК, нахуй, все, РДД, кроме трех хилов, названных по никам. Они знают свои ники. Кого не называл, это я не называл Ачиву и Камушка. Вы стоите также слева Ачива, справа Камушка хилит. Не в метках, вот на этой тропинке. Не сзади, блядь. Не вот тут. Вот тут в центре. Один хил, другой с другой стороны, РДД вокруг него. Не подходя вот к этим меткам минимум на 8 метров. Потому что будет стоять три человека с обратным после темпорального и хуярить вокруг себя ваншотами. Темпоральный кидается также на миликов, которые надо вынести в этих трех людей. Или вы также насрете сейчас на 10 человек говном розовым. И убьете двоих людей, кто им завтыкает и не разбежится нормально. Что сейчас непонятно по поводу двух ключевых костов на боссе? Где не стоять и где стоять? Прости, слышишь? Да у... Что? Квадрат юбку заносим, правильно я понял? Трех людей, которые будут стоять в порталах. Все понял. Три метки стоят этим трем людям разойтись потом. Кирилл. Там еще про то, чтобы РДД били, короче, копию. Я говорил, три раза РДД сразу Стас. Дальнюю копию идут бить. Милики остаются на мейне с черепом, а потом свичают в копию, сбивать щит, если РДД слакают. Щит лопается на мейне сразу с дотами. Кирилл, я хотела Стас. Тебя спросить. Что? Я просто сразу не поняла, я пошла в этот, туда стоять. Я должна типа тут стоять? Тут это где? Камушки. Вот, ну, от креста в стороне. Я просто в миле пошла хилить. В миле-зону есть кому хилить. А я типа должна тут стоять, правильно? Да, зеры на себе. Хорошо. А Чива также лужи там вокруг себя хилит, я хилю миле-зону лужи. Давайте будем вплоть до такого разбирать, хорошо. Вы просто не спрашиваете ничего после того, как я рассказываю. Вы подтверждаете чек, а потом еще обижаетесь на меня. Когда я начинаю вам предъявлять за ваши ошибки, тупоры лиши. Которые я проговаривал у механики буквально 2 минуты назад, от и до. По слогам почти. Куда тебя заменить? Что случилось? Тебя похищают инопланетяне? Собак сражает. Не иди на свет. Не хочу тут тупить. Не иди на свет. Пиздец. Тяжелый случай. Нет. Ты будешь учиться играть. Даю чек. Тут, если что-то, темы надо на отхил переставить. Тут диспелить только надо магию. Ретрики помогают. Себя особенно сразу диспелят, они ждут. Много не подтверждает людей. У меня опять багнулось. Застали, получается. Ксюх тут? Она там написала сек. Читай. Ну скажешь, как готово. Тут даю тогда отчет. Я не нервничаю, это вы уши прочистите.
И рассказываю максимально понятно, чтобы вы поняли с первого раза, но вы не хотите понимать. А, ну если так, тяжелый случай. Уйди отсюда. Ты стоишь в четвертой пати, справа. Гера будет после щитов. Вот, РДД левый ваш. Ваш левый РДД. Вынесли темпорально. Только не стойте тут. Все, разошлись. Ваня, твой череп. Ладно, становись, кота. Че там, Хейт, умереть хочешь? Камушка. Мы дальше бьем мейна с черепом, если что. Кто там стреляет, блядь? Мы без Гера? Под вторых. Нормально, нормально. Минута на 30 лямов тоже. Ну, чё ты дёргаешься там сбоку где-то? Ты не видишь, где три человека стоят? Будет копия, да? Ну, Бьорн заберешь, короче. Сейчас РДД бьют. Третья пати. Если что, слева копию, четвертая справа. Скажу, еще миликом в какую свичну потом. Ну, вы сами смотрите, милики вы ближе не бежите, тут же бить. Топ щит спал у вашей. Магию диспел. Так, пошли косты, смотрим сейчас, как перепрыгнем. Милики вот слева, милики слева надо было бить. Добили правую. Спилите каст. Все, молодцы. Добивайте. Череп. Вер номер, кстати. Ничего страшного. Горис оверхил, там валик. Зубы дал. Этого босса за там. А. Мах сейчас ляжет. Добивайте просто. Не надо резать. Просто да, добейте. Вот все, кто умер от обратного, подошли ко мне в крест. Я 160 тысяч чародейская кара въебал. Ну, 160 тысяч это что-то странное, если честно. Как там быстрый Горис улетел? А 160 тысяч его чародейская, там 175. Я обратного, печально. За что мне? Ну ко мне какой-то медведь там подбежал, я видел. Я в самом конце умер. Я на боссе стоял, так что. Да, Бьорн отлетел. Че, отобрал. Никто мне за три не ответил, поэтому я захожу на пало. Ну ты похилишь. Конечно. Не, можешь я кикаюсь. Все, давай, спасибо. Да. Давай, давай. Куплю маунта за сто. За столько. Договорились. Так, чудненько надо присумонить. Анролом заберу маунт. Могу на всех сразу поделить, если там не знаю, как крутить. Столько. А маунт уже не падает, нет? Тут же 30. Не, падает. Может, 26? Ну да. Бабычки разве делали? Вроде бабычки же не делали, нет? Чего? Да не, мы вроде убиваем. Могу видос найти, но сейчас убьем, да посмотрим.
Да-да-да, 26-30 попыток маунт, все нормально. Я проверил. Окей. Так, сейчас расставлю метки. Что, закинешь? За место кого тебя закинуть? Да, я не знаю, кого там проход есть. Ванич уже. Да подожди, у нас... Закинь вместо меня, я отбегу. За место тебя? Ты серьезно? Туда ну ладно. Тебе прям что, очень надо? Ну, там да Бьерн нет, пишет, я просто так. Бьерн пишет, ну правда, просто кому-то дамажить еще надо. Простите, что опоздал. Почему опоздали? Что-то случилось? Он, ну, хейт. Нет, просто не хотел приходить. Прям надо, что ли? Проходка ему нужна. Все, хейт пока кастует. Сейчас я расставлю. Все, уже вышел человек. Блять, не нажать правой кнопкой бы на босса. А там есть кто на замене сидит, у кого нету проходки? Кстати говоря. Да вроде бы должно быть у всех у этих. Когда этот человек, у которого нет проходки, должен, наверное, спамить чат, что, бля, возьмите меня. Временной разлом же, да, квест этот? Да. Бля, камера... А, можно еще удалить. Еще. Где там квадрат приблизительно? Дальше. Короче, сейчас сразу танки стоят между черепом и милики, между черепом и крестом. Слева от босса РДД. Другие хилы, которые ауешные. С другой стороны, справа и за спиной рассасывайтесь. Третья пати ближе сюда к порталу, четвертая пати туда дальше к порталу. Между метками и в метке человек, и между метками два человека. Сейчас я доставлю. Пазл босса идут каждые 25%. То есть будет три фазы с беготней. Эрдру, ты хил, ты надо в метку. Стоит хил, начиная с черепа. Сейчас я потом трусы, это я все отставлю, я так сейчас приблизительно. Просто неудобно с центра ставить. Больше ковыряться буду. Потом пробегусь и отставлю. Короче, хил начинает холипал в черепе. Потом в квадрате Ршам. В кресте. А нет, погоди, у нас второй холипал. Тогда Сатирус, ты в квадрате. Я встану в кресте. В луне встанет у нас... Кто у нас камушка, встанет? Камушка. Давай так, Ачива встанет в крест, а я встану в центре. Ну так мы сделаем. А камушка в ромбике? В луне. Через метку стоят хилы, начиная с черепа. В левую сторону точечный хилы, холипал и Ршана. И дальше, соответственно, по списку. Так, если что, ДЦ в центре стоит. Так, сейчас. Метки. Да, отставить. Ровненько было. Короче, порядок, как у вас вылетают сферы из-за спины. Белого и черного цвета. То есть вам надо чередовать цвет ловить, но они вылетают с постоянной периодичностью, заскриптованные. Сначала надо словить две сферы по очереди, потом переместиться по часовой стрелке на место соседа. Как бы вы ни смотрели на босса, от босса, это будет всегда часовая стрелка на одно место соседа рядом. Дальше вы ловите три раза по три метки, потом смещаетесь еще раз и ловите одну. То есть два, три раза, три, один. Количество сфер, которые вы впитываете и смещаетесь. Рассоситесь сейчас, встаньте. А тут в одной меточке нету никого, ребятки. Смотри, повар стоит рядом, я пока сейчас дорасставлю, вы можете, кто знает босса, проанонсить кому-то, может, дайте мне доделать, чтобы было ровно. Я пока рассказываю общие моменты.
Потом пробегусь, досмотрю сам. Еще раз милики. Начинаю вот как смотреть на лицо босса. Вы расходитесь в левую сторону. РДД, правую, третья пати смотрит на портал, трэш. ДД, четвертая пати, в сторону креста. Короче, приблизительно так. Главное, чтобы вы ровно ловили сферы. Вроде плюс-минус нормально. Так, чё, кто где стоит? В рамбе не вижу человека, между рамбом и черепом не вижу людей. У нас Редвар потерянный. Еще раз, милик, если вы не видите место, вернитесь назад, вот тут пусто. В начале инста. Блять, два милика. Войт, иди обратно в звезду. Там только что Хасенко стоял. О, РДД тут стоит с левой стороны. Лорди, хули ты тут стоишь? Как вы так перемешались, миловидно, ты же луны. Ладно, не важно. Тут стоит милик, ты стоишь с другой стороны, с обратной. Где у нас милики стоят со стороны креста, печеньки? Кто милик? Мортрос. Мортрос милик, блять. Должен стоять с другой стороны. Сука, затре... Ай, бля. Орёшь там. Да лок встал, блять, на место... куда милик должен. Еще раз, от черепа к звезде стоят милики и хулипалы с танками. Можно справа от черепа миликом встать. РДД стоят от черепа к кресту в правую сторону, как вы с портала заходите, смотрите на лицо босса. Тут ваши места между хилами и другими РДД в мет. Сейчас посмотрели на место своего соседа, все ли вас устраивает. Встаньте по местам все, пожалуйста, хватит бегать туда-сюда, блядь. Каждый раз кто-то переходит куда-то. А чё, ты в центре стоишь? Давай я постою. Нет, Хантер стоит в этом, в трусах. В трусах Хантер Рога, короче. И Рога решил встать вместе с ним в трусы. Блядь, может они одну трусы еще на пару носят по очереди? Хан, ты тут не должен стоять. Ты слышишь в тексте? Какое начало, блядь? Я кому сейчас рассказываю, где стоят РДД, а где стоят милики? Вот, ром пустой, да, все правильно, ром пустой, все правильно. Так все, принтскрин. Два человека, все, везде по два стоит. Метки вроде везде все стоят. Пристабав дайте. Сбегаемся все к черепу. Ой, нет, не к черепу. К рамбу. Отсюда будем начинать. Босс будет смотреть, если что, между квадратом и где-то звездой. Даю рыбу. Короче, для миликов. Будут лужи под боссом появляться. Они настакиваются. Дамажат как дота. Тиком. То есть... Можно там не поймать урон, стоя в ней какое-то время, там долю секунд, а можно сразу словить. То есть ваша задача, как только вас смещением кидает, босс периодически кастует, вот, там, волна смещения, что-то такое. Вас тэпает там в радиусе 5-8 метров куда-то, рандомно. Назад, вперед, влево, вправо, блядь. То есть вы должны передвигаться. РДД вас также может со временем перекинуть в милизону, если вы там стоите, АФК не двигаетесь. Смещение, так что выбегайте. Киры тут есть для милика, но он дольше каст идет. Ключевое для милика фир, для РДД играть в трэш, разрушителей и все. Тут рефлекты нет, станущих луж нету. Лужи есть только для миликов дамажащие, большие. В остальном ключевое это нормально провести перифазу, 25%. Встали на свои места, разбежались. Еще раз сейчас разбежались, где вы стояли. Быстро, быстро. Вот, идет перифаза, каст 10 секунд. У вас есть 10 секунд вернуть на место и словить первую сферу. Если сфера заходит в босса, это дамаг по рейду. От взрыва сферы, стак на боссе. 3 стака, по-моему, и вайп. Точно не 5 вроде. Короче, не суть. Влетает сфера, это уже вайп, считайте. Либо это лишний урон, а урон не маленький. Ну, в обычке не так сильно, а в хэме это практически вайп. То есть падают люди какие-то, 1-2 человека, не ловится сфера, как надо, если.
кто там не умеет поочередно перепрыгивать, если сосед умер, там можно это делать, чередовать. Ну, это уже потом, когда вы постигнете дзен, и у вас будет работать хотя бы 10% мозга, но это ладно. В остальном, вернуться на свое место. Вижу, сова потерялась. Да не-не-не, я знаю, я возле квадрата, не парься. А кто потерялся из вас? Кто там мечется? Я тут. Стою возле ромба, откуда стартуем. Нет, вы сейчас должны были разбежаться на все свои места, где стояли до этого. Бегу. Ну, запомнили, где вы сейчас стоите. Идет перифаза, вы поворачиваете заранее камеру. Ага, в голове, я стою слева от ромба, блядь. Ищите глазами во время кастометку и двигайтесь туда. Обходите лужи, мелизоны. Время у вас есть обойти лужу. Можно там на чарже или как-то там прожаться по краешку. Быстро только это все делать. Но желательно это через лужу, прям через центр именно не бежать. Только по краю. Ибо они там могут не так настаканы быть. Все, потерянных, надеюсь, не было. Все запомнили сейчас свою метку, где вы стоите. Кто забыл, бля, плюс Фрейд. Я вам напомню. Очень хорошо. А можно вопрос? От черепа до звезды стоят милики, правильно? Так, вот этот плюс один, это троллинг или реально ты не забыл? Нет, просто почему сова за квадрат убежала, если она стоит от черепа до, скажем, креста? Почему здесь стоит один милик? У меня вопрос такой, почему сову? Не-не, это, короче, нет. Тут справа стоит миловидная, а за квадратом стоит почему-то сова. Вот именно я, вот если ты меня из трусов выгнал. Ну вот поменяйтесь местами. Блядь, это... Вот. Ты серьезно не запомнил свою минку, Винстон, или ты чё? Где ты стоишь? Там печеньки стоит. Нет, проверь. Ну, встань какую-то конкретную метку, привет. Дайте ему метку, блядь, чтобы он встал именно в метку и не потерялся. Да, между ванилей и престом там, возле печеньки. Да хуй вас знает, я уже не знаю, в чем верить, а в чем рофлить над вами, блядь. Может, вы реально какие-нибудь недалекие, ну правда, блядь, без обид. Все-таки, как бы, правда, жизнь, она разная бывает. Я все пойму, если там реально тяжело, вы главное скажите, блядь. Чтоб ладно, ты не говорил. Тех на пул, последний, все, хватит. Сусоливать. Кто начинает? Главное сказать без обиды, все хорошо. Медведь. Кто без рыбы? Все с рыбы. Даю отсчет. Милики, вы стоите все одним кемпом. Я повешу сейчас метку на Бьорна. Тут уже нельзя стоять, это дичь. Аккуратнее, РДД. Бля, ну без патчек прям вообще чувствуется, блядь. Красота. Это ДБМ просто. Это ДПМ реально. Хорошо. Берегитесь. Подкрути, чтобы... Разрушители приоритет. Они кастуют потом долгий каст. Такая желтая иконочка там будет. Но надо сбивать либо тандером, либо станом. Это будет стан по всему рейду на 10 секунд. Тимичка. Да вы бьете, успокойтесь. Стойте, бейте. Заводи этих гвардов там туда, куда-то. Служим. Они просто станет рейд, надо их в стороне держать хотя бы, а не прям в РДД. Я пойду к милику поближе. Чё по фазе? 4%, вы смотрите уже, где ваша метка. Готовитесь бежать, 3%. Войд. Тебе не надо забирать щелдмейт, она не успевает переводить сюда там только. Всё, пошла фаза. Где мне встать тут, блять, везде насрано, нахуй. Ладно, побегу. Один.
миловидная. Где-то со стороны. А чудненько, а сможешь там половить? Блять. Там кто-то есть. Где летит-то, блять? Две летит, нахуй. Ладно, я понял, блять. А чё? То... Чего умер ДК, блять? Горящее пахнет, время, пахнет. Что за приколы, нахуй? Лужа, это лужа. Блинк. В лужу, блинк. Да он чир поймал из так в лужу. Бля. Ну, они говорят, какая метка откуда летит, блять. Где-то там. Нужно купить микрофон в переходе за 10 гривен, блять. Они вот это стесняться. Блин, у меня мама в комнате, пиздец. Да. Или кого-то в Дискорде. Людей в интернете. Я понял случайно. Идите с центра, чтобы не ударили случайно. Вас. Точно, что вас. Че, дети, вставайте в круг по новой. Астер, Астер Лок, Пет. Что там? Пет Лок. Поймайте. Диван. Что поймайте, смысл? Да поставьте по центру, чё? Ой, нахуй поставьте, блядь. Паниль, ты чё, блядь? Близко рыбу поставь. Какая нахуй близко рыба? Как ты ее ешь? Снизу камеру вот так, блядь, ты... Как ты ее ищешь, ну? Лёжа, блядь. Диван есть, не вставать. Тут точно стоит, резать блядь. Долго всех, блин. Точечно разрез, что делать. Что происходит, нахуй? Ну, Паниль, ты мне мало. Блять, когда не даешь гп, быстро на шею садятся додики, блять, и... Да. Ну, на шею сел, блядь. Да я уж пожалел, на самом деле. Ничего жидкого упустил. Вы можете быстрее упасть, а не танчить? Какое био! Давай быстрее пока рестует. Рестуйте последним этого молодого человека. Диван не робит. Умри, Рога. Умри. Рога в этом же. 4, 3, 2, 1. Тяжело. Отворачивать его надо. Касающее что-то там время или что-то такое. Да. Того. Можно, короче, босса поймать не в центре лужами срать, а где-то как-то, не знаю, ближе к тем меткам чуть-чуть. Чтобы хоть какое-то пространство было тут для маневра в центре, да. Блять, не повезло просто, что он насрал вначале, я бы его вообще не водил никуда в жизни, если бы лужи так не легли. Ну, может быть, ладно. Давайте, соберитесь, блять, ваш же маунт, у меня он тут есть, так что мне похуй. Мой маунт. Повезло, повезло тебе, что он у тебя есть. Помню, когда воп убивали, то водила по кругу за метками, РДД тупо стояли в центре. То. Ну, короче, понял, по кругу водить, там вот по большому, как внешнему там условно. А РТД все время в центре. Ну и Милики тащатся, типа, за ним. Бля, мне тут уже пишут, ебать, ты куда меня взял, нахуй, чё за хуйня? Правильно пишет. Просто, мама, роди меня обратно. X5. Первый сайт. Пожалуйста, усыновите. Я... Нет, я называл, нет. Рассказывал в начале. Заскриптованный порядок выхода сферы, их цвет. Сначала вы ловите две сферы, и по очереди идет цвет. Потом смещаетесь, и идет, пойдет тот же третьим цвет по порядку. Вы должны будете сместить. Это будет две сферы первый раз. Потом следующие три раза, пока вы стоите, то есть три смещения по три сферы уже надо поймать. То есть третью поймали, сдвинулись, третью поймали, сдвинулись. Еще раз третью поймали, сдвинулись. И в конце одну поймали. И все. Идем уже бить босса.
Тебе наоборот по очереди надо ловить, понял? Белую, черную, белую, черную. Стоя на месте при этом. То есть вы смещаетесь после количества пойманных сфер. Я вам сейчас называл цифру. 3 — это количество пойманных сфер. По очереди цвет их меняется. То есть скрипт уже определен. Определен количество раз, сколько надо поймать, стоя на месте и потом сместиться. Вон, вам написали в чат. Сместиться надо всего 5 раз. То есть даже 4. Последний вы уже ловите и идете бить босса. ДБМ пишет. Актуальный. Перебегите. Это 404 в голове у кого-то. Вы ничего не слышали. Вы ничего не слышали. Все, чек на пункт. Рыбы нет. Рыбы нет? Ладно, на.